когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Эта инновация стала откровением, как и то, что главный инноватор – наш земляк Анатолий Юницкий. Какие струны наших душ затрагивает разработка, как летает оригинальный транспорт, как решаются вопросы пробок, безопасности и экологии, и почему так сложно бывает отстоять ноу-хау в мире научном? Об этом в проекте «24 вопроса» на «Беларусь-24».